Юбилейного Ульяновска горожане начали отмечать с самого утра. Все-таки 65 лет – солидная дата. Выставки, фестивали, музыкальные и хореографические номера. Скучать не пришлось. Подвели итоги муниципального этапа регионального конкурса «Папа года». Победители получили памятные подарки. В 6 вечера всех ждала концертная программа, дискотека и салют. Гости и жители города от души танцевали под любимые треки. Торжественную часть праздника открыл заместитель губернатора области Александр Коробко. За последнее время происходят позитивные изменения, но этих позитивных изменений, как всегда, недостаточно. Поэтому губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских очень внимательно относится ко всем обращениям и Геннадия Петровича Деникаева, председателя городской думы, и Светланы Анатольевны Косариновой, главы администрации Новоульяновска. Все положительные изменения происходят плавно. Вместо пустых обещаний люди видят фактический результат. Так ремонтируют дороги, больницы, школы. Глава области регулярно общается с жителями региона во время своих поездок в районы. Каждую проблему слышат, над каждой работают. В 2023 году в Новоульяновске займутся социальными объектами. Часть из них отремонтируют с федеральной поддержкой. Александра Никитина, Управда ТВ.